Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые любители спорта и любители вида спорта номер один. Я говорю о тех, кому интересен футбол. Каждую неделю в рамках футбольного приложения программы Overtime мы показываем вам наиболее яркие, наиболее интересные фрагменты матчей с участием футбольного клуба «Сергиевск» в первенстве Самарской области среди команд муниципальных районов. И сегодняшний вечер, вечер среды и вечер также воскресенье, кто будет нас смотреть в повторе, он не исключение. Сергиевская команда под руководством Джамиля Миначева в рамках шестого тура первенства области встречается с Хворостянской «Звездой», со своим одним из принципиальнейших оппонентов. Игра проходила на Суходольском стадионе «Олимп». И все самое интересное и самое любопытное в течение 20 минут только на нашем канале. Итак, по традиции, перед началом рассказа о матче, давайте посмотрим на турнирную таблицу положения команд, участвующих в этом турнире, ну и, естественно, выступающих в нынешнем матче, в сегодняшнем матче. Итак, футбольный клуб «Сергиевск» после 5 проведенных туров имеет в активе 7 набранных очков. Наш коллектив находится на 7-й позиции. Увы, так низко пали сергиевцы после того, как неделю назад уступили в гостях Красноярскому «Лучу». Да как уступили 0-4, но об этом я расскажу вам чуть-чуть попозже. Наш сегодняшний оппонент — «Звезда» из Хворостянки на 4-й строчке. 10 очков в активе коллектива из Хворостянки. Ну а лидирует в турнире ник из Большой Глушицы. Ни одного балла этот коллектив не потерял. 15 очков в активе. Безинчук на второй позиции идет, у команды 13 очков. И Красноярский «Луч», наш предыдущий обидчик, имеет 12 баллов в активе. Это третье место. Стартовый состав футбольного клуба «Сергиевск». Итак, посмотрим, кого Джамиль Миначев выставил сегодня на игру. В воротах Александр Николаев, номер 33. Полевые игроки — Денис Гаврилов, 4. Алексей Генералов, 93. Александр Радьков, номер 6. Павел Купряев, 50. Игорь Камайкин, 18. Сергей Махов, 9. Номер 10. Максим Якушев. 8. Капитан команды Андрей Петров. 22. Камо Брайан. Камо Брайан во втором матче к ряду выходит в стартовом составе. Ну и единственный форвард сегодня в составе футбольного клуба «Сергиевск» — это Сергей Белов, номер 11. Как мы видим, Марата Таразанова нет не только в стартовом составе, но нет также и в запасе. Главный тренер — Джамиль Миначев. Итак, стартовый свисток прозвучал, игра началась. Состоялась она 10 июня на Суходольском стадионе «Олимп». Достаточно хорошую погоду, сухо, не так жарко, играть, в общем-то, приятно. Сергиевцы вышли на поле в форме бело-синего цвета. Максим Якушев на ваших экранах. И ворота Александра Николаева в первом тайме справа по телевизионной картинке. И в эти самые ворота сейчас едва мяч первый не влетает. Футболисты из Хворостянки провели великолепную контратаку. Бил из убойной практически позиции игрок «Звезды», но на наше счастье, каким-то непостижимым образом мяч пролетел выше цели. Сергиевцы отвечают, достаточно резво начинают команды. Сергиевцы отвечают ударом. Камо Брайан бил со средней дистанции, но в ворота явно не попало. А сейчас мяч в сетку влетает, но на наше счастье снова с внешней стороны «Звезда» при первой же возможности пытается атаковать на наши ворота. Ну а это на 4-й минуте. Игорь Камайкин вот так вот под перекладину заряжает. И футбольный клуб «Сергиевск» открывает счет в этом матче. 1-0. Игорь Камайкин. Быстрый гол. Великолепное начало в исполнении нашей команды. Ну что же, великолепно начали сергиевцы. На 4-й минуте Игорь Камайкин открывает счет в этом матче. А здесь «Звезда»
пошла в ответную атаку и нарушает правила Денис Гаврилов, показывает он Александру Понятову, главному судье сегодняшней встречи. Но что не фалил он там, Александр Николаев на ваших экранах. Ну а у мяча футболисты звезды, и достаточно сейчас опасно может быть удар по воротам, и 1-1 счет становится. Вот так вот на 5-й минуте. Минута не прошла с тех пор, как наши открыли счет, а Хворостянка восстанавливает равновесие. Это какое-то шокирующее, такое хоккейное начало, я бы так сказал. Итак, не успели сергиевцы усилиями Игоря Камайкина открыть счет, как футболисты звезды равновесие восстановили. И сейчас Хворостянка идет в атаку. Удар из-за предела штрафной площади. Александр Николаев неуверенно отбивает мяч перед собой. Показалось, что там либо рикошет был небольшой, либо голкипер просто не видел самого момента удара и обнаружил мяч уже перед собой. Сергиевцы идут в ответную атаку. Навесная подача в район вратарской площади. Но на сей раз до адресата эта передача не дошла. А это навес в исполнении Камо Брайан. Удар из-за предела штрафной площади. Мяч летит мимо. 1-1. Наша команда пытается атаковать. Нашей команде нужно восстанавливать свое реноме, потому что футбольный клуб «Сергиевск» проиграл 2 матча подряд в первенстве Самарской области. Более того, 2 матча наша команда проиграла, пропустив за 180 минут, вы не поверите, 8 мячей. Да, игра с «Никой» была 2 недели назад на родном поле, и там «Сергиевцы» выдали невероятный футбол. Если бы не ошибки в обороне, было бы все нормально. Со счетом 3-1 «Сергиевцы» выигрывали по ходу встречи, но в итоге проиграли со счетом 3-4. У нас же 22-я минута уже матча идет. Ну а спустя неделю в Красный Яр отправились футболисты из сергиевской команды. Я туда тоже ездил, ваш покорный слуга. Камера там у нас отказала в начале второго тайма, поэтому эту игру в программе «Овертайм» мы вам показать попросту не смогли. Ну и положа руку на сердце, и показывать-то там было нечего, сергиевцы проиграли со счетом. Пока я все это говорю, Игорь Камакин выскакивает 1-1. Сергиевцы проиграли со счетом 0-4-0-2. После первого тайма и 2 мяча пропустили во втором. Причем счет практически не по делу, но об этом позже, потому что сейчас Сергей Белов на 25-й минуте снова выводит Сергиевск вперед. 2-1. 2-1, и это первый мяч Сергея Белова в нынешнем сезоне. Вот так вот в 6-м матче свой первый мяч, 11-й номер, забивает. Сергиевск выигрывает 2-1. Итак, 2-1, 26-я минута матча. Стало счастливое для сергиевской команды. Ну а сейчас звезда снова идет в атаку, обрушивает хворостянская дружина весь шквал атак на оборону сергиевской команды. И пытаются наши футболисты обороняться. И вот так едва из убойной позиции второй мяч в наши ворота не влетает. Но на сей раз, на наше счастье, выше футбольная сфера пролетела. Так вот, возвращаюсь к матчу с против Красного Яра. Там все было откровенно по делу. Причем сергиевцы при желании могли проиграть и со счетом 0-8-0-9. Там столько было атак на наши ворота, столько было выходов практически 1-1. Сейчас Максим Якушев показывает Александру Понятову, что цепляли его, что нужно 11-метровый назначать. Но арбитр безмолвствует. Даже улыбается, нет никакого нарушения правил с его точки зрения. А сейчас Камо Брайан заряжает как можно выше цели. Постараться нужно пробить выше. Ну и вот, как видим, Камо Брайан постарался, хорошо у него все получилось. Ну а сейчас футболисты сергиевска на исходе первого тайма идут в контратаку. Великолепная возможность для того, чтобы забить третий мяч. Александр Атьков пробивал по пустым воротам, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. Конечно, умудриться нужно было промахнуться, но Александру Атькову удалось это сделать. Счет остается прежним, 2-1 в пользу футбольного клуба «Сергиевск». Сейчас уже звезда идет в атаку и на быстром контрнаступлении ловят их сергиевцы. У мяча
Сергей Махов, и в одно касание Сергея Белова выводит практически один на один. Сергей Белов режет угол, передачи на Андрея Петрова. Андрей Петров головой в пустые ворота. И снова мяч мимо цели пролетает. Ну как же так, Андрей Петров, Андрей Петров, Андрей Петров, наш великолепный капитан. Нужно было забивать. Товарищ Андрей, нужно было забивать третий мяч. Вот сейчас снова восьмой номер с мячом. Передача. На правый фланг, удар по воротам, и голкипер здесь играет уверенно. Спасает он свою команду. Счет матча прежний, счет матча 2-1. И вот на этой наступательной ноте со стороны нашей команды первый тайм и завершен. Итак, друзья, начинаем рассказ о втором тайме, о наиболее ярких фрагментах второй половины матча шестого тура первенства в Самарской области. Среди команд муниципальных районов на Суходольском стадионе «Олимп» 10 июня сошлись «Хворостянская звезда», наши гости и хозяева, футбольный клуб «Сергиевск». После стартовых 45 минут наш коллектив выигрывает 2-1. Первыми открыли сергиевцы счет. Игорь Камайкин на 5-й минуте ударом под перекладину отправил мяч в ворота. Ну а спустя минуту футболисты «Звезды» восстановили равновесие. И уже в середине тайма Сергей Белов сделал счет 2-1. 2-1 наш коллектив выигрывает. А сейчас великолепный удар получился у футболистов «Звезды». 2-2. 46-я минута. 46-я минута матча. Едва стартовал второй тайм, а наши гости восстановили равновесие. 2-2, друзья. Итак, 2-2. Ну как здесь не вспомнить те события, которые проходили в заключительную 10-минутку первого тайма? Сначала Александр Атьков вышел на ударную позицию и по пустым воротам умудрился промахнуться. Сейчас Александр, кстати, бил с левого фланга, но мяч попал точно в руки голкипера. Ну а затем уже Андрей Петров после паса в исполнении Сергея Белова обязан был забивать. Ну ладно, понятно, Александр Атьков, он игрок молодой, но Андрей Петров... Ну нужно ведь было забивать в той ситуации, а счет-то теперь 2-2, и мяч по нашей ленточке скачет, и все-таки Атьков его выбивает, но выбивает недалеко. Еще одна возможность у наших гостей выйти на сей раз вперед, оборона пожарит, наша защита это просто что-то творит. Сейчас Денис Гаврилов ошибается на ровном месте, и Александр Николаев уже должен демонстрировать настоящее мастерство, чтобы не пропустить третий мяч. Футболисты «Звезды» прижимают нашу команду к своим воротам. Еще один момент, и Александр Николаев спасает в последнем мгновение. Не дал он возможность игроку в красной форме забить третий мяч в этой встрече. Ну что ж, Денис Гаврилов, он уже в нападении, он уже бьет по воротам, бьет достаточно хорошо, мяч рядом со штангой пролетает. Денис Гаврилов, пошел он вперед. Еще сергиевцы перешли на половину поля соперника. Мяч у Камо Брайан. Нужно забивать, нужно выигрывать этот матч. Проигрывать его никак нельзя. Это будет третье поражение, а это уже просто на грани катастрофы. Сергей Белов замыкал прострельную передачу соперника, но мяч пролетел рядом со штангой. Практически такая же ситуация у футболистов «Звезды» по левому флангу. Они сейчас идут в нападение. У Бровки футболист. Теперь мяч уже в штрафной площади. Перевод на правый фланг. Оттуда удар в одно касание. 2-3. 2-3. Футболисты «Звезды» выходят вперед. Чем занималась наша оборона, неизвестно. Наверное, наблюдала за тем, как мяч в сетку попадает. Ну что здесь поделать? Мы проигрываем. Итак, 55-я минута, 2-3, футболисты «Звезды» вышли вперед. На 46-й минуте они восстановили равновесие, а сейчас идут большими силами в атаку. Еще один удар. И нападение продолжается, и сергиевцы не понимают, кому здесь мячом распоряжаться. Александр Николаев спасает положение, Андрей Тясин выходит у нас на поле вместо Александра Атькова. А футболисты «Звезды» снова идут в атаку и бьют из-за пределов штрафной площади. Опасно бьют. Дают бить наши футболисты гостям.
Более того, дают беспрепятственно переходить на свою половину поля. А вот сергиевцы находятся под постоянным прессингом со стороны футболистов «Звезды» и никак из него выйти не могут. Более того, выход один на один. Сейчас футболисты «Звезды» могут забить еще один мяч, но Николаев творит какие-то настоящие чудеса. Голкипер у нас сегодня сражается буквально за всех. За всех играет Александр Николаев. За себя и за тех десяти. За тех десятерых парней. Ну а сейчас навесная подача последовала. Никакой опасности наши футболисты не могут организовать во втором тайме. Александр Гречишников сейчас на правом фланге. Он также вышел на замену. Ну а это футболисты «Звезды». 15 минут до конца матча играть. И в воротах Сергиевска влетает в ворота еще четвертый мяч. Футболисты «Звезды» выигрывают со счетом 4-2. Ну что здесь можно сказать? Да ничего здесь больше нельзя сказать. Джамиль Миначев расстроен, Джамиль Миначев в размышлениях. Наша команда после первого тайма выигрывала со счетом 2-1, а теперь проигрывает со счетом 2-4. Три мяча пропустила оборона Сергиевска во втором тайме и сейчас едва не пропустила еще один. И снова опасная атака. Вы посмотрите, что творят футболисты «Звезды» во втором тайме. Хворостенко нас попросту разрывает. Более того, мы не видим каких-то опасных атакующих действий со стороны футболистов Сергиевска. Вот, например, только такие атаки и проходят. Сергей Белов мог забить, но, наверное, это была единственная возможность. А сейчас футболисты «Звезды» снова атакуют. И большими силами. И оборона Сергиевска не знает, что делать с этим нападением. Последние минуты матча идут. Удар по воротам, и это пятый мяч в сетку влетает. 90-я минута, 5-2, футболисты «Звезды» выигрывают. Это какой-то кошмар. Это что-то ужасное происходит, друзья. 2-5. 2-5. И финальный свисток прозвучал. Футбольный клуб «Сергиевск» уступил своему оппоненту со счетом 5-2. 4 мяча сергиевцы пропустили во втором тайме. Сергей Белов, естественно, расстроен. Да все, наверное, расстроены, и мы с вами тоже. Ну что же, мы должны все-таки определить три звезды в составе футбольного клуба «Сергиевск» в этом матче. Ну, кого можно поставить? Александра Николаева на первое место, Сергея Белова, потому что забил. Ну, и Игоря Камакина, потому что также отправил мяч в ворота соперника. Больше, наверное, никого. Оценки игрокам футбольного клуба «Сергиевск» все на ваших экранах. Александр Николаев 4-1 получает, что у остальных не хочется даже комментировать. К шестому туру переходим. Его результаты на ваших экранах. Ника из Большой Глушицы крупно переиграла «Красноярский луч», нашего обидчика, со счетом 7-2. Безенчук в гостях выиграл у «Восхода» со счетом 3-0. «Нефтяник» переиграл «Колос» из Борского 2-1. «Заря» одолела 2-1 футбольный клуб «Кошки». А «Торпеда» из Черкасского района одержал первую победу в нынешнем сезоне. Положение команд турнирной таблицы. Ника на первом месте, Безенчук на втором, «Звезда» перемещается на третье место, «Луч» на четвертом. Футбольный клуб «Сергиевск» на восьмой позиции, 7 очков после 6 матчей. И в следующем туре наш коллектив отправится в гости к футбольному клубу «Безенчук», который находится на втором месте. Нужно очень сильно постараться, чтобы набрать очки в этом гостевом противостоянии. Ну и на этом все, друзья. Это была программа «Овертайм», футбольное ее приложение. С вами был Дмитрий Сурков. Увидимся через неделю.